Первый пошел. О, это охуенное место. Сейчас надо будет через этим паркурить, блядь. Можно меня полечить, да? Я предлагаю Егора не пускать вообще туда. Я бы наоборот только его выпустил. Блять. Сука, все сыпется. Somebody, please help me. Помоги, так. Ну, аптечку дай. А, снайпер, снайпер работает. Ты где он, сука? А, вон он. Вон. Не увидел его. Медик? А, от меня одно место осталось. Да? Иди не сюда. Не открывайте же. Что-то нормально. Нет, в смысле, нам дальше туда через мины. Егор! Да, точно. О, как их разминировать, ладно. Пока, Егор. Что? Мы все мины разминировали уже, ебало. А, не все. Вот теперь все. Да хорош по мне стрелять, сука! Умер. О, но. Ну, короче, походу здесь так и задумано, если. Но как задумано, в смысле? Вон. Ну, это по черным точкам. Здесь так и задумано, лицом разминировать задумано. Ну. Да. Ну, в смысле, сори, а как еще? Я не думаю, то, что мы такие тупые. Это можно? Вот, level change. Ой! Все? Все? Все готовы? Да... Егор был не готов. Егор, ты был готов? Угу. Блять. Я разминировал. Суицид. Тут вообще, по идее, должна игра проваливаться, если ты триггеришь хоть одну. Это ебаный ракетный... Там не мин. Это ебаный ракетный склад. Да! Не, ну так, конечно, интереснее гораздо. Акса проебали, да? Там я не, это, не подрывал. Да, я, блядь. Я там ящики разъебал просто. Я понимаю, не делай ничего такого. Так, сейчас не я взорвал. Наша задача? Аккуратно, просто все пройти. По перилам, нет, вернись назад. Что ты делаешь? Блять, сука, Юр, что ты делаешь? Так, короче. Бля, вап. Ебать, я руки жапнул. Блять, это ракетный склад, ебаный, заминированный. Сука, здесь не то, что курить, блять, здесь дышать нельзя. Алло, блять. Какие нахуй РПГ, блять, ты взрываешь? Ну, я думаю, эту дверь хуево где открывать. А, нет. Подожди, стоп, а там что тогда? Сука, монтировки возьмите в руки! Ну, смотри, потому что Федец... Монтировку, монтировку, блядь! Монтировку, сука! Че, помогла тебе твоя монтировка, блядь? Я нажал, пробил. Ладно, давайте подсадка, подсадка. Здесь надо подсадка проходить. Подсаживай, Федя, давай. Подсадка. Прыгай. А меня кто? А я... О, я у меня есть идея, стой. Блять, я не хотел так сильно. Ходи его, блять, вобгоди. Я
Давайте по одному. Хэдкраб идет! Нет, 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 не надо! Блять! Там в комнате, короче, есть коробка, которую надо разрушать. Да, нахуй ты! Я только потом понял. Я разрушил, увидел лазер и понял, понимаешь, осознал. Бей хэдкраба, хэдкрабов! Не могу триггернуть. Ты что, еще одну поставил? Че? Кто поставил растяжку еще одну? Нету их, в принципе. Я слышал звук. Я тоже слышал. Блять, тут ой, поломанный ящик, на нем растяжки. Ой, блять, какие дауны это все минировали. Как они это сделали? Военные дауны. Военные, да, командир сказал. Хит-храп, не надо! Одумайся! Нет! Да, нет! Так, я нажал кнопку. Блять! Бля, это месте реально на троих стране сложнее. Вот что заметил. Чё, блядь? Блокмейзи, кстати, намного круче этот уровень сделан. Там прям вообще кайф. Я не помню. Там в раз 20 больше растяжек. И там прям один узкий маршрут проделан. И там прям рили ракетный склад, а не ракеты такие, ну. Там ебаный лабиринт прям. Ну и трек классно играет. Здесь на самом деле полегче это все проходит. Угу. Не рили. Как там вообще проходишь? Там что, прыгать можно? Да вот я наебался. Стоп! Ой, стой! Стой! Сломай ящик! Сломать? Да, да, да! Вот так, стой, 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 стой! Аккуратно! Тихо, тихо, в сторону. И. Ну все. А, вот, смотри, отсюда. Можно прыгнуть, пацан? Да! Ну ладно. Слемон. Стой, Егор, иди сюда. Егор, ты где? Егор, стой, стой, стой! Егор, Егор, посмотри на меня! Егор! Не двигайся! Не дыши! Посмотри на меня! Присядь! Присядь, не прыгай! Присядь, пролази влево! Пролази влево, давай! Сквозь ящики! Вылази, давай, толстый, давай! Под ящиками, ну давай! Да не здесь! Что ты делаешь? Назад, 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 назад! Вернись туда, стой, вон туда, вот туда, вот куда стреляю, видишь? Блять, что я делаю? Нет, назад, назад, влево, влево, да стой! А, вот, да, ладно, ты так путь нашел. Блять! Да, блять, нахуй ты вышел так туда? А нахуй ты растяжку поставил, но не сработало. Нажми лифт. Не могу пока, алло. Алло, а вот он все в минах, помогите. Нехорошо все. Блять! Хорошо все. Ты заебаешь. У меня хорошо все, блядь. Бабах. Бабах. Блядь. Еще лучше. Алло, у меня все хорошо. Я кнопку на лифт зажимаю, там Дефедя стоит. Ты растяжку туда поставил, придурок. Заминировал этот лифт. Да, блять! Сука, я могу первую растяжку пройти. Надо, потому что там подсадку надо, давай с подсадки. Я нахуй подсадка, блин. Да я тебя подсажу, не ссы. Давай. Блять.
Ты на лифте? Нет, блять! Хоть краб на растяжке лежит! Готов? Сломал? Ломай! Егор, ты где? Где Егора приведи? Сам пусть придет. Пускай лифт. Не могу. А ты где, Федь? А. Да, блядь, не работает сейчас. Давай, ты сможешь, чемпион. Как это, блядь, получилось? Да хорош стрелять, Федь. И так нервы сдают, еще ты тут. Давай. Я, конечно, не другое, а вот так правильно, да. Ну и нахуя, сори, резонный вопрос. Посмеялись, смешно, да? Хихи, ха-ха, бах. Все взорвалось, ха-ха-ха. Вы такие веселые. Ну да. Тебе случайно, честно. Посмеялись, да? Да заебал, ну что такое? Нахуй ты с посылки стрельнул? А? По-моему, я не уверен, по-моему, Егор с РПГ въебал. Нет. Блять. Ну почти. Да, детонировал. Сейчас да, да, да. Не допрыгнул. И не присел просто. Прыгнул, прыгнул, присесть забыл на дорожку. На дорожку не присел, да. Первый пошел. Я уже не могу, блядь. Я уже, блядь, спидранит хуйню, просто три. Просто три, как ебашу, просто такой. Я тоже спидранит. Ну чё сейчас-то, блядь, не так? Это не ты, Федя. Это Влад. Я понимаю, что не я. Я? Не делал ничего. Ты вообще-то взорвался первый, это значит, что ты не подумал. Вообще-то я все по схеме спидранит делал. Чё сейчас? Федя был. Там не всегда это поэтому. Ты иди за Феди сразу, Егор, залазьте вдвоем на лифт. Ты вообще застрял, да? Стоп, у меня идея, стоп! Нет? Да. Нет. Стой! Егор, подойди сюда! Егор, иди сюда ко мне! Я сзади! А, пацанка, ну пошли. А там сеньвы последний. Так я Егора хочу подойти и тебя подсадить. Нахуй, оба за. Я сам давай, давай, залази на меня, давай. На бочку лучше. Вот бочка. Давай на меня, на бочку, давай, похуй. Ты давай тоже. Блять, стой. Да ты заебал. Далеко этот лифт поедет. Угу. Кстати, сейчас нихуя не поедет. Ты это видишь, да? Да, я вижу. Ха-ха! Фу, я заминировал лифт! О! О, Влада, надо будет сесть на шпагат, чтобы приземлиться. У, сука! Шидобусов так не взять, нахуй. Кстати, он, мы поедем, он взорвется, нет? Че? Лол. Че, блядь? Че вообще происходит? Почему я там стою-то? А почему ты не поехал? Прыгай давай! Я не знаю, а я умер! Что? Такое чувство, как будто Егор во мне зарезался. Я не могу ходить. Ну иди куда-нибудь там, может. О, у меня какая-то пушка. А где ты ее взял? Тоже хочу. Блять. Вот, ну что. Боже, находи там левел чейндж. Ну подстрел. Что ты говоришь? Находи там уже левел чейндж, его заканчивать. Ищу. Челомет. Нашел.
Музыка меня качает. Опять. Мне больше всего нравится эта вот аптечка на заставке. Она выглядит как кусок бетона, блядь. Аптечка. Может, она так и лезет, откуда ты знаешь. Там и челик, который с этим с газовым ключом и турелькой сзади тоже очень рофлено выглядит. Она, по-моему, Forget About Freeman называется. Вообще похуй тут по номерам. Ну, по-моему, Forget About Freeman, там выходишь, и там сразу рация, там челик орёт по рации. Forget About Freeman! We have a problem, Houston! Как этот первокурсник, короче, на тое. Я же правильно делаю, да? Мы один в один такие же херни на практике ставили по геодезии. Треноги ебаные. Бля, чувак, чтобы работать с этим, с нивелиром или с теодолитом, нужно минимум 3 чувака, потому что в соло разложить треногу в Unreal. Типа, надо 3 чувака, потому что нужно 3 ноги с 3 разных направлений, типа, раскладывать. Поэтому группа всегда по 3 человека. По итогу, какая ситуация? Один, короче, смотрит в херню, третий стоит с линейкой, ну, где-то там, где надо померить вдалеке, типа, на неё смотрит, а четвертый стоит записывает. Ой, четвертый, нихуя себе, а третий стоит записывает. А четвертый рождается после этих действий, блядь. Деление студентов геодезии, блядь, на практике. Она не геодезист. Нет, четвертый препод, который за всем этим цирком наблюдает. Тройка геодезистов, блядь. Этот, короче, не винтовку, а линейку держит, а у бабы, ну, не аптечка бетонная, а блокнот бетонный. Снова, если что, не нажимайте огонь. Это Forget About Freeman? Ну, это вот после того, как мы на это... Не похоже. Пылесос. Ну, могу предыдущую поставить тогда, но там будет начало. Не нажимайте не огонь. А, нет, стоп, да, вот мы спустились, вот он лифт. Да, действительно, она... Ну или хочешь, можем тоже спустить. Турель, турель! Бля, минус уши, а не турель. Да её монтировкой разъебу, заебала. Ну так разъеби. Она не ломается. Сломалась. А, сложность, наверное, да? Другая. Да. Похилят? Ай! Медик, там все взрывается. Эта турель взорвалась. Медик, ну похиль! Давай. Спасибо. О. А куда я ебал? О! Скат, скат! О, там гранты! Да дохуя! Дал пушку! Парни, я раскручиваю, прикройся! Блядь! Ой. Без необоснованных смертей. А чего я умер? Я лежу, кстати. Там это, танк стреляет. А у меня толпушку отобрали. Она где-то крутится, вы слышите? Нет. Я слышу, как она вращается. Похильте еще. Там танк? Да, там танк. Подключена. Давай, РПГ, поехали. Бля, я лазер не включил. Давай, Егор, выносим его. А, уже готово. Да, надо похилиться, реально. Что-то как-то больно. Я похилю, да? Вот смотри, здесь дверь есть. Там нихуя. Блин, что происходит? Давай, давай, не тормозим, на ходу хилю. Спидран есть спидран. Спидран есть спидран, развернись. Соло спидран есть соло спидран. Заебал. Пускай идет вперед на фиде, там мы его не будем поднимать. Это знаешь, как этот... Радуга. На картах, на картах. На картах. Кавры, кавры. Заложник, заложник. Воу, блядь. Ебать тебе хуёвшей кровати. Сторож, смотри. Стой, отведите этого сюда, он откроет сторож, да. Хранилище. Вот, смотри, как на нихуя ну спать, блядь. Давай, запрыгиваем. Ложись, ложись. Я думал, ты со мной в одну ляжешь. Нам места на двоих явно не хватит.
Стой, подожди, я наверх давай. Флешбеки из армы еще не ловишь? Ты уже прошел там игру или как? Конечно. Я пока только не определился с направлением. Какую сторону? Какую сторону ее проходить? О, смотри, он зашел. О, сторож! Ебать! Что там такое интересное? Забито лутом было, мы весь забрали лут. Не верю. Блядь, что ящики с таким звуком громким падают минус суши? Тут хаешки, ну тут только автоматы хаешки тебе оставили. Тут все было забито лутом. Печку оставили. У тебя своя есть. У тебя похеликция еще? Давай. Блядь. Че он там орёт? Аааа, Егор! Все украли. А он вспомнил, что он охранник, а мы весь сторож спиздили. И такой, ааа, меня ж уволили. Надо поднимать тревогу. Блядь, ты ударился головой. Я ударился. Я поднялся, вас жду. Это тут паркур дальше. Короче, Федя все, спидранер Федя на этом все. Сквад! Уевшего, меня в гранатомёта стрельнул. Чё, блядь? Вы где? С подствольного гранатомёта, чё? Блин. Вы чё, запаркурить не можете? Да. Лол. Ну да, я шиноби. Андрей. Наденьте Андрей тоже скин ассасина, с ним намного легче. Ну да. Там если чё, Е можно нажать, ты прям с большой ренжи зацепишься за самолёт. Самолёт. Самолёт? Самолёт. Нажми Е, зацепишься за лестницу. Подожди, давай я этого толстого подожди. За самолет. За самолет зацепишься. Давай, Егор, ты сможешь. Да я не могу до карниза прыгнуть, я из окна вылетаю просто. Не знаю, я без Е спокойно заеду, просто приседай. Давай, показывай так. Оп. Да, и присесть в конце обязательно. Сука. Сейчас я тебя подблочил, по-моему, сори. Шиноби. Бэтмен. Бэтмен, Егор, смотри. Ты можешь зажать гранату. Давай. Зажать гранату в руки? Давай, ты смораешься, давай. Ебать, смотри, какой Бэтмен такой на краю сидит, еще дождь и гроза. Федь, давай, звуки дождя и грозы, давай. Звуки дождя и грозы сделай мне. Чё, блядь, я тебе чё, оркестр, что ли, нахуй? Звуки дождя. Удар молнии, можно? Ну, базука еба никуда не будет. Это дождь! Ты, блядь, Звёздные войны там озвучиваешь? Этому городу нужен герой. Этому городу нужен герой, который поможет подняться. Егор, ты можешь еще так же поставить, типа? Егор, если ты сейчас упадешь еще раз, то не уходи, стой внизу. Не, поставь еще мины так же. Это типа гром? Молния? Не-не, да бред, поставь мину. Давай. Да, я примерно это и хотел. Я хотел его подсадить снизу сразу. Бля, третьего лица нихуя не легко. Не, не могу. Да, да, да. Ну, вообще, по идее, а нахуй сюда залез, нам вниз надо. Походу. Ну это была заявка на победу. Я пытался. Ебать, он мансует. О, тут дверь открывалась все это время. Егор, я тебя подниму. Wake up. Heroes never die. Погнали. А куда? Сюда ко мне. Бля, весь C4 отобрали. Тут аптечка. Блять, а куда нам, Ридли? Нам, очевидно, не вниз надо было, походу. Да вот сюда, да блять, не стой. А, вон, я нашел куда. Да, я же говорю уже. Хе-хе. Nature fracture. А, не допрыгнешь. Обнаружим перелом. Давай. О! Давай сразу на хилку. У меня похил тоже? Не надо так хилить.
Подъем. А не могу, стой. У меня кончилась аптечка. Подожди, сейчас поправится. Чтобы, короче, резать, надо много аптечки. Наверное, 50, да? 50, да, либо 75 вроде. У меня 49. О, да, 50 минимум, да, заряда. Сядьте спокойно умереть. Heroes never die. Бля, теперь мне подниматься заново. Ёбаный рот. А ты не поднимайся, я не поднимаюсь. Да. Да, блядь, я понял. Да ты не так делаешь, вон справа. Да, да. Да нет, я просто на фулл скорости. Нет, да вот, не... смотри, справа, вот, вот. Что за прыжок? Этот, похиль? О. Один хп высокий. Хорош. У меня кончилось, все, дальше сами. О, это этот, прям как на этой карте, где... Чш-чш-чш. Послушай, послушай. Все. Ту-ду-ду-ду. Пойдем, пойдем, война человека и машины. Давай, терминатор, терминатор, на шифте, терминатор, идем. Убить всех человеков. Так, я понял. Убить всех, блядь. Слышь? А, подствольника нету. А куда бежать? В бункер, пацаны, в бункер, бункер. Врубаем бункер. Блять, нормально так ты их задушил. Смотри, что я нашел, артиллерийское орудие. Давай, я наводчик, заряжай. Заряжай. Егор, возьми снаряд и заряди. Ок, станция сохранения нашел. Хватай снаряд, тащи, заряжай. Где снаряды? 270 градусов на восток. Огонь. О, крутить можно, что? Хо-хо, из нее можно стрелять. Слышь, иди открывай тогда ангар тут. Открой здесь. Откройте. Да ты! Там Федя умер. Да вы разнесете ворота или как? Они не взрываются. В смысле? Блять, в прямом. Егор, мне нужен наводчик, я не вижу, куда стрелять. Ну, пушки же их надо взрывать. Ты, я уже не первый раз в них стреляю. Там Егор нахуй. Стрелял? Вау, вот, смотри. Ангар 16, лодинг бэй. Мне кажется, там... Во-первых, там пролетели еще, суки. Егор, заминируй там С4, а, наложи. 10, 10 хп, 10 хп, брат. Давай, давай, хилю. Мажу, мажу. Блять. Заперто тоже. Блять. Запрыгивай, блять. Давай, сука, сейчас я поверну. На, блядь. Блядь, этот пидор подошел под тебя гранату положил, а потом стрелял в меня. Да, они так делают. Он сейчас таким видом положил, как будто закладку, знаешь, типа прячут. А ты как охранник не мог тебе проверить, да? А ты Иран, да? Блядь, сколько их там прилетать будет? У меня нет, у меня аптечка разрядилась, жди, жди, жди. Федя, где ты умер? Бля, здесь... А его, по-моему, куски разъебало, не? Не знаю. Здесь, здесь был чекпоинт, я его заюзал зря, надо было засейвить. Да, да. Там, ок. Ебать, ты его с расстояния снес. Разве не дробовик? Пулевые, блядь. Я просто, да, меткость прокачивал. Петь, покричи, медик, может быть, можем тебя? Не-не, не могу. Хотя у меня тут труп есть. Если труп, если ты труп видишь свой, значит можно. Блять, граната! Я, короче, здесь за углом с дробовиком буду поджидать их. Засада, засада. На, сука. Зачем, конечно, модельки? Блять! Блять, да пизда, у меня 6 хп. Ебать тебя там. Illusion, the product of a tortured brain.